собираю сегодня свою машинку и как удобно иметь дальше. Так он с коротенькой насадочкой проходит абсолютно везде. И даже коврики. Удобно. Не нужно шнур подключать. Нужно внутри себе тщательно пылесосить. И даже поверхность. А здесь выбираешь режим. Вот, пожалуйста, в турборежиме на 11 минут. А если я выберу обычный режим, средний, либо экологический, тогда, конечно же, мне хватит на полчаса, на 40 минут. Ну, все. Выдраила все. Как смогла. Я не любитель. Все. Всем доброго утречка, с вами одесситка из Швейцарии. Кто рано встал, хорошо поработал, помыл машину, того ожидает, та-дам, сюрприз в почтовом ящике, и я даже подозреваю, что это. Давайте вместе открывать. Долгожданное письмо, надеюсь, что это оно, так как уже с 1 марта. Жду я долгожданный сертификат. Та-дам! Внимание, внимание! Значит, все, теперь я могу уже со страховками медицинскими вот эти две методы через кранкинкассу, через страховку людям, значит, выписывать билейк. Итак, та-дам-та-дам! Странно, да? С 21 апреля он входит в силу. Странно. Я послала документы 1 марта. И вот 24 апреля я получаю ответ. Так долго они его рассматривают. И почему-то только до конца года. Потом нужно будет продлевать. Так что, товарищи, терапевтический массаж модель 33. И фус рефлексионный массаж, модель 81, но это вряд ли кому-то надо, не все страховки единичные модели еще обрехны. Та-дан, 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 та-дан. Все, я счастлива. Ну а теперь, кто насытился уже с утра позитивом, надо энергию ж куда-то деть. Едем со мной в Цюрих и будем там танцевать. И выплеснем наш позитив. Поехали вместе со мной. Вчера у нас прошел концерт «Великолепно», где украинскую культуру представляли украинцы, которые приехали в Швейцарию, беженцы. И как это все умилительно, да, когда люди даже на чужбине поддерживают свой язык, культуру. И очень много маленьких деток, как вы видели, да, все одеты в вышиванках. И... Кстати, открылась школа украинская в Швейцарии. Конечно же, она не для беженцев рассчитана, потому что эти дети и так говорят по-украински, а именно для тех украинцев, ну, как я, например, да, которые вообще не говорят по-украински и уехали давным-давно в Швейцарию, и у них родились дети, которые папа швейцарец, мама украинка. Так вот, чтобы поддерживать язык, открылась школа в Швейцарии украинского языка, и там набирают сейчас набор. С мая месяца начинаются занятия. Я потом в нашем сообществе на Ютубе либо в Телеграме дам вот эту ссылочку на сайт. Значит, обучение в этой школе будет стоить 1000 франков в год, 250 франков в квартал, и там дети учат с нуля, да, то есть те, кто вообще не знает украинского языка, и грамматику, и литературу украинскую, и культуры, традиции и так далее. И очень я рада, что эта школа организовалась, и девочки наши украинки, которые сюда приехали, вы знаете, как сложно найти работу без языка, но они нашли себе работу хотя бы в такой школе, что тоже очень приветствуется.
Вот, поэтому кто там рассказывает, что украинского языка, украинской мовы не существует, ее придумал Ленин, так вот, погуглите хотя бы, почитайте, какие есть произведения, да, какой давности на украинском языке. В двух словах расскажу, где же Беат, почему его не было вчера на концерте, многие мои подписчики приехали издалека и такие, о боже, где Беат, почему он не танцует. Во-первых, это был концерт очень спонтанный, танец мы поставили всего за одно занятие. И вы знаете, как тяжело одеть 9 человек, да, тем более, когда девочки получают пособие там небольшое, и, естественно, покупать для концерта какое-то платье, не у всех они есть, конечно же, черное маленькое платье есть в гардеробе любой женщины, даже у беженцев, но чтобы они одинаково смотрелись или хотя бы имели одинаковую длину, там, одинаковый рукав, это было очень непросто. Но мы справились. В итоге выглядело все красиво, а самое главное, нам повезло, что сцена была тоже черная. И эти венки красные, красные туфли, это единственное, что мы все заказали, одинаковые. Пришли туфли буквально в последний момент, потому что мы планировали в балетках танцевать, но ничего. Все сложилось как нельзя лучше. И как я в очередной раз обрадовалась и поняла, какое все-таки я сделала хорошее дело, что я, несмотря на какие-то сложности с поездкой, риски, так можно сказать, да, все-таки поехала в Одессу и купила для нашей группы и венки, и бусы. Так как бусы в Швейцарии девочки продают своим же за 30 франков. Меня этот момент, честно говоря, просто ошарашил. Вы помните, да, я купила бусы по 2 франка, 24 комплекта. Я привезла их для нашего коллектива абсолютно бесплатно, да, то есть как подарок, и венки, и бусы. Мне не жалко. Я понимаю, что нет возможности, да, там делать какие-то костюмы. Но когда я увидела, что на стойке продаются бусы по 30 франков, деревянные бусы, для своих же соотечественников, свои же украинцы, которые ездят в Украину, все это там закупают и потом перепродают в 15 раз дороже. Вы меня, конечно, извините, но я вообще этого не понимаю. Ну, продай ты их по 5. Ну, это же твои соотечественники, да? То есть, кто эти бусы купит в Швейцарии? Понятно, что такие же украинцы, которым нужны для выступления, на хор, на танцы. Дальше, веночки. Девочка захотела купить веночек, небольшой такой, да, маленькие цветочки. Веночки по 25 франков. Хорошо, что мы этот момент увидели в самом конце, когда мы уже выходили из этого помещения, потому что если бы я вначале это увидела, я бы очень расстроилась и не смогла бы так радостно выступать. Я не могу этого понять. Вот хоть убей меня, не могу. И вот мне интересно, вот эти бизнес-леди, которые этим занимаются, намахивают своих же. Ну как это вообще? Девочка начала торговаться. Мне для выступления, ну окей, за 25. А то, что он в Украине 2-3 франка стоит, пипец какой-то. Вот это, конечно, меня очень сильно огорчает. Так, несмотря на вчерашний концерт, у нас все равно сегодня репетиция. Мы готовим следующие танцы, потому что впереди еще 5 концертов. Поэтому кто огорчается, что не успел, не попал на наш концерт, это только начало, это только дебют, у нас впереди еще много разных мероприятий. Ближайший — это День вышиванки, в мае пройдет, мы тоже там будем выступать. Еще один будет концерт, где будут представлены все танцевальные коллективы Цюриха, мы тоже там будем танцевать. Так вот, Беат вчера отсутствовал, и сегодня он впервые пропускает репетицию по танцам, так как он уехал в Германию на повышение квалификации. У него какой-то там курс по газонам. Уехал он на 5 дней. И сейчас я вам пущу, покажу, какая красота, где он там живет. Это далеко они поехали со своим сотрудником на машине. Это ж за Берлин. И потрясающий городок. Вот кто-то мне сказал, что вот это мой город, да, это село какое-то. Лучше жить в человейнике, в мегаполисе. Так вот, каждый выбирает, конечно же, что ему по душе. И вот мне повезло, что у меня Беат такой. То есть
есть нам нравятся именно такие маленькие городки с историей, да, со старинными домами. И вот интересно будет с вами пообщаться в комментариях, как вы относитесь, да, к таким вот городкам, и где вы предпочитаете жить, в мегаполисе, в стекле и в бетоне, либо в таких старинных городках, где домам по 300 лет, и все пышет историей. Ну что, я пойду сейчас готовить, потому что ухожу на целый день, мы с Милашкой сейчас одни, вот, надо будет обеспечить себя едой, делюсь с вами заодно очень классным и быстрым рецептом. Сегодня я готовлю пак чой, это такие вот китайская капуста. Белую часть сначала мы немножко обжариваем в маслице. Сюда же я добавила листья сельдерея, опять-таки стебель. Зелень пойдет у меня в конце. И паприку. Итак, овощи мы не жарим, мы их припускаем, так как белая часть, она жестче, чем зеленая, поэтому и отдельно мы их готовим. Добавляем сейчас нарезанную зеленую часть вместе с сельдереем. Сюда же у нас пойдет буквально горсть пеканского ореха и упаковка креветок коктейльных, любых, какие есть, какие я нашла в холодильнике. Сюда же орешки. Люблю добавлять очень много разных специй. В данном случае здесь куркума, гарам масала. Вот у меня 5 разных пудр вместе. Все это, естественно, немножко присолили. И сейчас я распределю 100 грамм феты. Это порция у нас на двоих с Миланкой. Что я ухожу на танцы на целый день. И чтобы она проснулась и был у нее завтрак вкусный. И можно было уже так и оставить, но я еще добавлю 2 яичка. По одному на человека. Накрываю сейчас это все крышкой. И оставлю это все под паром схватиться. И тем временем насобираю в своем маленьком саду огородики на балконе. Зеленушки, зелени я много люблю, петрушка, базилик у меня есть чуть-чуть, орегано, кстати, в курочку я забыла добавить, сейчас я это наверстаю упущенное, вот, и вот это еще мятку возьму. Наше блюдо готово на 2 человека. Когда я вернусь, вот уже капуста цветная и курочка. Я очень ценю ваши рекомендации, которые вы мне все время отдаете, ссылки на каких-то врачей, блогеров, на каких-то специалистов по питанию. Я очень ценю ваши добрые пожелания. Черпать информацию с таких источников для меня, например, лично, да, не особо интересно, потому что люди все разные, у всех разные потребности организма, у всех разная физическая нагрузка, а самое главное, разное здоровье. И кто меня постоянно отправляет на какие-то диабетические форумы, как снизить сахар, у меня нет проблем с сахаром. Мне не нужен глюкометр, чтобы его мерить. У меня сахар в крови всегда на нормальном уровне. Поэтому я предпочитаю подходить к питанию, к разработке концепта питания только индивидуально. Я лучше заплачу за индивидуальную консультацию, и я буду знать, что конкретно мне подходит. Поэтому на своем канале я не буду никого мотивировать садиться на какие-то диеты, рекомендовать какие-то концепты, пропагандировать, да, какой-то там путь. Я ем то, что подходит лично мне. С вами я делюсь рецептами, абсолютно нейтральными рецептами, которые любой человек может применить в своем быту, либо модифицировать под теми продуктами, которые он предпочитает. Поэтому я никого не заставляю есть, я показываю то, что я ем. И если у вас складывается впечатление, что я часами стою на кухне и готовлю эти ужасно сложные блюда, абсолютно нет. Вы знаете, что я очень занятый человек, поэтому мои рецепты, они всегда быстрые, полезные. Я также еще обращаюсь
обращаю внимание на нутриценты, да, чтобы в них было как можно больше полезных веществ. Вот, поэтому никого не заставляю, кому не интересно, перематывайте и смотрите дальше, да. Но очень вас прошу, не надо мне давать никаких рекомендаций по здоровью, да, то есть я человек, который за ним следит, некоторые мне там пишут: о боже, что ты там себе придумала, вообще ешь все, что ты хочешь, ты уже не в том возрасте, чтобы следить за диетом, зачем тебе худеть? Мне худеть не надо, у меня не стоит вопрос похудения. Мое питание сейчас основано на том, чтобы улучшить показатели, которые выше нормы, только лишь. Вот, потому что лишний вес у любого человека – это не проблема, это симптом его скрытых заболеваний. И когда вы найдете причину, когда вы уберете эту причину, ваш лишний вес уйдет сам собой, если он у вас действительно лишний. Поэтому не надо ничего придумывать. Я знаю, что я делаю, и я достаточно образованный человек, который погружается в эту проблему настолько глубоко, насколько это возможно. Нет смысла делиться концептом моей еды, потому что кто-то начнет делать то же самое, у него будут какие-то проблемы. Зачем мне это нужно? Я, в отличие от блогеров, которые снимают такие вот видео, не хочу брать на себя такую вот ответственность. Покажу вам кусочек нашей репетиции. У нас появился профессиональный танцор балета Сергей. И он будет у нас солировать в некоторых местах. И, конечно, это облегчает уже работу с нашими парнями. И в конце нашей репетиции он провел с нами пардербра, и прямо захотелось летать после такого профессионального завершения. Ну как вам? Видите наши успехи? Присоединяйтесь вместе с нами, повторяйте эти прекрасные движения.